Погрузиться в атмосферу шопинга можно в одном месте. На площади в 1000 квадратных метров представлен разнообразный ассортимент товаров. На то, чтобы осмотреть все отделы с брюками, джинсами, юбками, кофтами, платьями, костюмами и другой одеждой, потребуется несколько часов. В магазине «Эдисанс» можно найти все необходимое и на любой возраст. Есть одежда для новорожденных, подростков и, конечно, взрослых. Большой размерный ряд. Здесь можно не только переодеться, но и переобуться стильно, удобно и практично. Детская, мужская, женская обувь, детская, мужская, женская одежда. Текстиль у нас представлен. Также представлены у нас аксессуары для мужчин, женщин и детей. Мы работаем с такими поставщиками, как Россия, Турция, Узбекистан, Киргизия, Белоруссия. В преддверии Нового года мы приглашаем покупателей за покупками к нам в магазин. Здесь вы найдете подарки для родных, близких и любимых. Поздравляем всех с наступающим новым 2019 годом. В качестве новогоднего подарка можно рассмотреть вот такие женские костюмы. Выбор огромный. Или же подобрать красивое постельное белье и другой домашний текстиль. Есть и готовые наборы. Не менее интересным подарком станут новые портмоне, кошелек, часы, галстук или, например, новая сумочка. Аксессуаров в магазине действительно много и на любой вкус. Большой ассортимент, очень большой выбор разных товаров для мужчин, для женщин, для всей семьи. Хорошие цены, очень приятные. Уютно, разнообразие. По ценам? Ну, по ценам такие приемлемые. В магазине «Эдисанс» представлен широкий выбор кожгалантереи, головных уборов и верхней одежды, куртки, пуховики, пальто и шубы. В подборе одежды и обуви помогут опытные продавцы-консультанты. Сюда действительно стоит заглянуть каждой семье. Магазин работает ежедневно с 10 утра до 8 вечера на улице Конституции, 26А, второй этаж. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.